Так, сегодня 27 июня, хочу вам показать, как же выросли саженцы инвитро. Посадка была 1 апреля, может помните, я высаживал сюда сорт Древнер и сорт Primark Freedom. И вот за май, июнь, июль, за 3 месяца прирост, не знаю, по метру, наверное, даже больше. Далее. Тут такой клубок у них. В общем, смотрите. Ну, 2 метра, наверное, точно. Да. Вот такой вот инвитро саженцы. А высаживала их вот такими вот маленькими-маленькими. Вот что вырастает за 3 месяца. Вот смотрите, здесь на солнце лучше, а в тени намного хуже, они меньше прирост под дерево. Ну, как это и понятно, что в тени меньше. Ну, вот тут что у нас? Ну, тут Freedom, в принципе, также, а этот чуть отличается, он там, видите, поменьше кустики, тут прям побольше, но ягод нету, ягод пока что нету, может быть, хотя Freedom — это ремонтантный сорт, он уже, в принципе, на молодых побегах, наверное, ягоду будет давать, потому что он все еще растет, растет, может его прищипнуть, попробовать и стимулировать рост боковых побегов, латералов, на которых будет уже образовываться ягода. Сейчас попробуем. В общем, вот такой прирост. Так, просто показать, кому интересно, саженцы инвитро, что это такое.